Сёння больш як 50 краін свету удзельнічаюць у штогадовай акцыі «Дзень без аўтамабіля». Беларусь не выключэнне. Як праходзіць экалагічная кампанія ў Гомелі, даведаліся нашы корэспандэнты. Акция «Чисты автомобиль» на площади Паустання притягнула увагу многих автоаматоров. Когось инспектор ДАИ запрошал принять ее удел, а некоторые сами с интересом проверяли свои транспортные сродки. Газоанализатор вымирает узровень СО, який автомобиль выкидывает у атмосферу. Коли показчик перевышая норму, водитель отрымливает необходимые рекомендации. По словам супрацовников Комитета природных ресурсов и аховы навокольного осяроддзя, ситуация с забруджванием поветра сапраўды серьезная. Заклик отмовиться от автомобиля хотя бы на день мае подставы. От мобильных и стационарных источников выбросы в атмосферный воздух по Гомельской области составляет 93 тысячи тонн в год. В том числе от мобильных источников этот объем составляет 96,3 тысячи тонн, что составляет более 52%. Столь значимые выбросы, ну, все они остаются, как говорится, в атмосфере и оказывают серьезное влияние на экологию нашей области. Буквально 2 минутки времени вашего звонка. Измерят СО, CH вашего автомобиля. Это с последствиями? Нет, с последствиями. Это для вашего же, чтобы вы понимали, знали, может, да, в каком есть. Адмовіцца ад аўтамабіля нават на дзень у цяперашніх умовах няпроста. Рытм гарадскога жыцця, праца і многія іншыя фактары не дазваляюць гэта зрабіць. Тым не менш, акцыя – добрая нагода данесці да людзей важнасць захавання навакольнага асяроддзя. Если бы проводились как можно чаще те дни, когда люди пересаживали кто-то на велосипеды, кто-то на электросамокаты, во-первых, это полезно, выгодно и экологически чисто. Традиционно акция «День без автомобиля» проводится в апошний день Европейского тыдня мобильности, который начинается 16 вересня. Улады закликают усіх принять удел у кампании и отдать перевагу іншим способам перемещения, например, громадскому транспорту. Сегодня у Гомеля все автоаматоры могут здійснить поездку бесплатно с 5 до 7 годин вечера. Одиная умова – предъявить водительские права и техпашпорт на машину. Миколай Скинтиян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».